Смотрите новости 16.12 чаще. Теперь выпуски выходят три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Подписывайтесь на 16.12 в соцсетях, чтобы первыми узнавать о свежих новостях. В следующем выпуске мы поговорим о таком. Посвятили жизнь защите Родины и остались бездомными. Как нынешний режим забыл о своих военнослужащих и данных им обещаниях. Фальшивая оппозиция провела конференцию в Париже. Говорили о чем угодно, кроме главного – смены действующей власти. Единственный инструмент народа для создания необратимых перемен в стране – общенациональный протест 9 июня.